Это что, все войска Конго? Как мило. Какие серьезные ребята. Так. Пу-пу-пу. От этих претендентов бы тоже мочканули, блин. Давайте пока подальше от них будем держаться. Кстати, на полном содержании у меня даже. Тут, глядишь, можно скоро крепость какую-нибудь одну поставить, например, сюда вот. Чтобы вот в случае чего войны они хоть немножко задерживались тут. Хоть была возможность спрятаться. Эй, блин. Ну, по морали они, конечно. Гоу их сразу добьем, раз уж они влетели. Штраф имеется за превышение доли кавы, ну, за счет числа и нового теха. Здесь у меня есть генерал с... Эй, ну вы чё, а? Генерал с осадой есть на один пипс. Всё. Чё, может отдать вассалу пробы? Ну или частично хотя бы. Сейчас посмотрю по штатам. Тут новые штаты, в принципе. Вот эту пробу самому забрать, а эти раздать, наверное, да? Как вы на это смотрите? И начать как раз присоединять его. Это немного у него. Так вот. Штраф с прошлого сала нет уже. Сейчас можно как раз присоединять. Можно начать аннексацию. Сейчас мы только отношения откачаем с ним. Да, то нормально откачается все быстро.
Ну вот, свой такой вот этот небольшой регион Конго мы объединили. Так, что-то про бомбежку я забыл. Про бомбежку я забыл. Так, здесь что у нас? Лимит у меня 16. Так, у меня опять по военке тут. Так, надо. Надо переключаться нафиг. Займы, кстати, отданы все. Сколько там надо? 92 монеты накопить. Изи. Так. Да, есть отставание по админке и дипке. Даже, может быть, стоило на дипку сделать. Можно сюда сразу врываться. Давайте не будем тянуть, будем сразу врываться тогда. Пока они без союзников. Чё кота за яйца тягать? Сейчас армию снова сделаем лимит. Так, вот здесь надо поднять. Давайте поднимем, чтобы лишний раз не бомбило. Так, все, можно вылетать. Денег мы накопили. Здесь есть. Эй, реально? Фига себе.
Ну вот чё вот это за хрень, блин? Так, тут есть. Ну, все, заканчивать надо, вар. Так. Так, делаем здесь клаймы. Не буду отдавать я вассалу нафиг. Сам закорю. Так. Стоп. Давайте в присоединение Тио запустим. Да, как раз. И проатакуем вот этих ребят сходу. Не будем ждать клаймов. Так. Так, быстро они тут все скопили. Так, норм. А, все, их добили эти племена тут. В принципе, все.